кинотеатр под открытым небом с 24 по 28 красовика, а затем каждую пятницу, субботу и неделю на территории автостоянки Асауцы будут отбываться кинопоказы. Организаторы проекта – коммунальное унитарное предприемство «Кинотаур» совместно с гандаль Сервисом и открытым акционерным товариством «Кирмаш». Идея такая – приезжает машина, независимо от того, есть там один человек или четыре человека – он э, оплачивает 10 рублей за машина место и на великолепном экране, а экран это 10 на 4 светодиодный экран в очень хорошем качестве. Смотрит фильм, который мы представляем. А кроме того, с мая на базе кинотеатра имя Калина плануется проект «Приватный кинотеатр», Дякую якому каждый жадающий сможет арендовать кинозалу для разных мед. Сошите за новинами на сайте Кинотавра.